Всем привет! Хочу сделать обзор вот этого вот препарата. Значит, этот препарат биофабрики Кольцова, Микорат Инсекта 1.3, содержит гриб Лейконицилиум лекании. Значит, ну, по описаниям, этот гриб особенно эффективен против белокрылки, трипсов, тлей. Значит, у меня две пачки. Значит, одну я купил в мае, вот, вместе с ней мне в подарок прислали пачку с сеной палочкой, по ней у меня возникли вопросы, я ее отправил им обратно на проверку, и в качестве замены они мне обратно прислали другую препарат сеной палочки, из другой партии точнее, и еще один препарат Микорат Инсекта 1.3, вот, то есть это разные партии, но вот я решил обе в итоге проверить. Это вот номера партий 59F1 и 51F1. Дата изготовления, значит, 6, ну то есть июнь 22 года и май 22 года, то есть оба препарата свежие. На обратной стороне информация по грибу, по препарату, то есть хранится он 18 месяцев в холодильнике. Способ применения описан, титр не написан, но у всех кольцовских препаратов титры не выявить, потому что они используют жидкую форму и ею пропитывают субстрат. Вот, то есть этот препарат, скажем так, на основе мицелия преимущественно. Содержимое пачки, мелкие гранулы светло-кремового цвета. Так вот выглядит посев этих гранул на сабура. То есть данному посеву уже больше 2 месяцев. Видно, что здесь выросла одна колония пеницилла. И остальное, то есть это вот белый пушистый гриб, это вот сам заявленный гриб. То есть каждая гранулка вот это обросла грибом. То есть гриб здесь есть и препарат достаточно чистый. Так, значит, это реверс, то есть, ну, такой белый с небольшим кремовым оттенком. Это посев со второй пачки, также на сабура. Здесь посеву трое суток, то есть, также белый гриб пушистый. Здесь вот видно две лишние, скажем так, колонии, которых не должно быть. Это вот грязь, то есть, одна из них пеницилл, другая, судя по всему, аспергил. То есть, это вот на большем увеличении так вот выглядят колонии. Ну и реверс. А это микроскопия, значит, культуры на чашке Петри. Здесь увеличение 250. То есть характер мицелия, спороношение, ну, по той информации, которую я нашел в интернете, в общем-то, соответствует. Но это больше для тех, кто тоже сам будет выращивать на агаре и смотреть микроскоп, как бы соответствует культура, заявлена или нет. Так, а это увеличение в 1000 раз. Так вот выглядят споры под микроскопом, то есть они такие овальные. Ну и в заключение, значит, вот этот вот препарат, это первый препарат, из которого я выделил
Liconicillium lecani. То есть до этого я пытался его выделить с нескольких препаратов, все было без толку. Вот. Значит, препарат содержит этот гриб. Препарат достаточно чистый. То есть использовать его, например, для наращивания сразу на перловке я бы, наверное, не стал, так как все-таки там грязь в небольшом количестве присутствует, но выделить гриб отсюда не составляет проблем и уже дальше его использовать по своему усмотрению. Также, думаю, для тех, кто не хочет возиться с выделением грибов из наращивания, этот препарат использовать по инструкции вполне возможно. Значит, ну, в ближайшее время, когда закончу со вторым их препаратом, с стеной палочкой, тоже сниму видео, что там в итоге получилось. Вот. А так, на этом вроде все, что хотел сказать, сказал. Все, всем до свидания.